У Вербках Бобруйского района проходит международный пленэр керамистов «Арт-Жижель». 18 мастаков с 7 краин. Уключно Словакию, Латвию, Эстонию. 3 тыдни живут и працуют на базе отпочинку на маляўничем узбережье Бярезины. Их творчие работы на самые разностайные темы становятся упрыгоживанием выстав и коллекций. Пленэр «Арт-Жижель» проводится 14-м разом и давно стал культурной традицией Бобруйска и всей Могилевщины. Я делаю в данный момент яйца, это яйца дракона. То есть я делаю простые формы и на них уже экспериментирую с оксидами, с техниками различными. Яйки дракона – это частка будущей композиции, якая присвечена з'явлению життя на земле. Мінчанка Катерина Михнюк – студентка Академии мастерства. И пленер ее натхняет на новые, незвычайные идеи. Мне здесь очень нравится, я здесь в первый раз. Мне нравится обжиги проводить, и то, что потом выходит из обжигов, это всегда непредсказуемый эффект, и это так волшебно. Теперь у Европы и на просторах СНД есть немало керамичных пленеров. Однако Бобруйске все же стоит по особку. На других пленерах користаются газом для палу керамики, а тут дровами и печками у земли. Это дает особливый, часом непредсказуемый выник, неповторные мастацкие творы. Могилевский мастак Антон Тихоновец отдает перевагу анималистичной тематике. Летость были кони, сёлета симпатичный собака. Его коллега с Бреста Владимир Волосков так само лепит живилу, але у стиле стимпанк. У лагеря можно побачить навод увасобление модного Пикачу у керамицы, який зробили в учни Максима Калтыгина. Много людей, много разных впечатлений, и что-то создаем новый симбиоз художественный. Ну, и общение между разными художниками, в принципе, уже высокого уровня, они создают какой-то новый элемент для творчества. Здесь природа вдохновляет, лес вокруг, речка. Речка – это наша самая главная сила, поэтому у нас скульптура главная посвящена именно теме речки. Мастацкий керавник «Арт-Жижеля» бобруйский керамист Валерий Калтыгин штогод робит свою творчую работу – великую вогненную скульптуру, якая становится головным упрыгажэннем закрыцця «Арт-Жижелю». Сёлета скульптура присвечена речке. Вообще я болею темой экологии. Может быть, она там у меня трансформируется в какие-то своеобразные проявления творческие, но тем не менее. Экология, я считаю, что на сегодняшний день это самая серьезная тема для разговора. Творчие выники «Арт-Жижелю» можно убачить наприкінці жнівня на выставе у Бобруйском мастацким музее и потом у областном центре. С берега Бярезины Илона Иванова, Юра Власцов, Новин регион.